В уютном зале, который по традиции представляет директор пансионата «Нева» Александр Макаренко, ветераны и самые активные жители округа принимали поздравления от руководителей органов ТОС. Начальник управления организационной работы и по связям с общественностью Татьяна Завизион от имени главы Анапы Сергея Сергеева поздравила собравшихся и призвала их еще активнее участвовать в жизни города. И я знаю, что праздник, который происходит в вашем территориальном органе общественного самоуправления, он традиционен. Что Юрий Борисович традиционно собирает активных жителей, правда же, да, и поздравляет, и чествует. Я думаю, что этим и ценен наш город и наши активисты территориального общественного самоуправления. Вам вообще всем большое спасибо. Ветеранов, активных общественников поздравили от молодежи Анапы. На празднике говорили о жителях, заслуживающих особое внимание, которые внесли значительный вклад в благоустройство и развитие города. Когда люди вот в такой обстановке беседуют, общаются с друг другом, их легче, допустим, на тот же субботник поднимать, на те же мероприятия по уборок, чистоте улиц, дворов там жактовских или просто частных. И получается, что у них вот этот вот момент сплачиваемся, он всегда действенно сказывается в каких-то мероприятиях городских. Дарили в этот день и музыкальные подарки. Около 50 человек собрались за праздничными столами, чтобы услышать поздравления и наилучшие пожелания от руководства города. Это горожане, которым не все равно, какой будет Анапа завтра. Активисты благоустраивают территории, проводят развлекательные и патриотические мероприятия. А власти города всегда готовы помочь и поддержать активистское общественное движение.